Победа южан была реальной угрозой, и теперь единственной надеждой Линкольна оставалась декларация об освобождении рабов. Сентябрь 1862 года. О, превосходно, как всегда. Розбив просто идеален. Я рада, что тебе понравилось. Хотя бы одного из моих мальчиков достаточно еды. Теперь, когда армия конфедератов почти у наших дверей, это должно быть последнее, что мы имеем. Мама, беспокоиться не о чем. Наша армия больше, и они прогонят мятежников за Потомак. Сброд, который они называют армией, голодает. Это они и заслуживают. Изабель, перестань. Не забывай, что твой деверь женат на южанке. Она является частью нашей семьи. Конечно, мама. Не понимаю, почему мы говорим о войне. Я хочу обсудить с вами бал. Мне кажется, ты говорила, что это будет прием. Бальное платье – это дурной вкус в такие времена. Мама, Хазард Айрон процветает как никогда раньше. Деньги просто текут. Почему мы не можем развлечь наших друзей и деловых партнеров? Это твои новые друзья и партнеры. Люди, о которых мы ничего не знаем, кроме того, что они делают большие деньги. Бизнес процветает благодаря войне, мама. Все это знают. Стэнли и я ведем дела с этими людьми. Некоторые из них весьма влиятельны в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Где деньги, значит все. Это будет скромный прием или его вообще не будет? Очень хорошо. Но я все-таки надену свои новые изумруды. Я не хотела говорить, но это очень, очень вызывающе, то, что Стэнли купил их тебе. Стэнли хотел выразить благодарность за все мои советы в деловых вопросах. Благодаря мне Хазард Айрон получил больше заказов, чем когда бы то ни было. Разве не так, мой дорогой? Извините, мне нужно прочитать отчеты комитета. Военное министерство интересуется людьми, получающими чрезмерные прибыли. Если будет расследование... Никакого расследования не будет. Нам не о чем беспокоиться. Как ты можешь так говорить? Мы продали негодные пушки для армии. Эксон Айрон продала эти пушки. Но если военные контракты с Эксон свяжут с Хазард Айрон, все узнают, что я руководил компанией. До войны тебе было необходимо одобрение Джорджа по каждому решению. Многие сочтут, что это все еще так. И чтобы быть уверенной, я придумала страховку для нас. Страховку? Не понимаю. Я подделала подпись Джорджа на всех этих контрактах и создала видимость того, что он подписал их до того, как отбыл в армию. Это делает его юридически ответственным. Точно. Так что, если правительство узнает, чего не случится. Они будут преследовать Джорджа, а не нас. Разве я была не права во всем остальном? Сентября 1862 года. Антиэтон Крик, Мэриленд. Проклятые янки научились воевать. Нам нужна еще одна победа. Не останавливайтесь! Огонь!
хорошо. Давайте, давайте. Том, барабанщик полковника убит. Ты нужен там. Да, сэр. Вперед! Вперед! Приготовиться к стрельбе! Огонь! Сейчас пойдем в атаку. Покажем этим северянам. Вперед, Южная Каролина! Давайте! Надеюсь, Маклеллан не даст Бобели загнать тебя, как поупа. Он знает, что делать с армией. Марш!
Прощай, Эмброуз. Какая глупая смерть, Белл. Самый кровавый день войны. Почти 25 тысяч убитых, раненых, пропавших без вести. Вон те там крик. Больше половины из них наши. Я не думал, что это возможно, мистер президент. Что мы сможем убивать друг друга в таких количествах? Боже. Эти бедные семьи погибших. А Маклеллан назвал это шедевром. Ли ушел на следующую ночь и отступает к Вирджинии. Я поклялся, что как только они уйдут из Мэриленда, я объявлю это победой и выпущу декларацию. Освободить рабов на юге? Давно надо было сделать это. Но, Джордж, мне нужен настоящий генерал. Мы не можем и дальше безжалостно истреблять друг друга, делая все больше вдов и сирот. Из вашего доклада ясно, что Улисс Грант подходит. Да, сэр. Он был на 2 года старше меня в Вест-Пойнте. Он сказал Букнеру Форте Дональдсон, что он не примет никаких условий, кроме безоговорочной капитуляции. Услышав об этом, я понял, вот человек, с которым можно говорить. Но будут противники, если вы выберете его. Потому что он пьет? Я не верю этому. Но ходили слухи, что он пил в Шайло. Но он одержал победу. Да. Джордж, я хочу понаблюдать за ним. Грант, возможно, тот командир, которого я ищу. Человек, который сможет использовать слабость конфедерации и прижать их к стенке. Сейчас решается все. Если будет воля Господня, мы не просто выиграем войну, но и свободу для всего нашего народа. Штаб генерала Улисса Гранта, Западная Теннесси. Раз, два, три. Иди в ногу. Взвод, смирно. Раз, два, три. Ружья к ноге. Раз, два. Генерал Грант. Мне сказали, что вы из Вашингтона, полковник. Я устал от их придирок. Если я увижу, что смогу согреть своих солдат, дав им по 2 стопки Лонг Джона, то это касается только меня. Я не с проверкой, генерал. Президент Линкольн просил меня поговорить с вами наедине. Вы от президента? Да, сэр. Как ваше имя? Хазард. Джордж Хазард. Садитесь. Спасибо, сэр. Я вас знаю, полковник? Да, сэр, по Вест-Пойнту. Я был на 2-м курсе, когда вы заканчивали. Конечно, теперь я вспоминаю. У вас были хорошие отзывы в Пойнте. Спасибо, сэр. Столько хороших офицеров вышло с этого курса. Стыдно, что мы сражаемся друг с другом. Не все доживут, чтобы увидеть конец этого. Поэтому я здесь, сэр. Президент Линкольн считает, что вы сможете положить конец войне, выиграв ее. Ему нужен адмирал, а не генерал. Только наш контроль над Миссисипи ускорит конец войны, отрезав врага от Запада. Президенту не нужен адмирал, сэр. Он хочет иметь генерала вроде Роберта Ли. Ха, я не осуждаю его. Ли лучший солдат на той стороне. Интересно, помнит ли он меня по Мексике? Уверен, теперь он знает ваше имя. Ой, извините, полковник, я забыл предложить вам немного этого. Давайте. Спасибо, сэр.
Яблочный сидр, сэр. Знаете, я пью не так много, как некоторым хотелось бы. Возможно, вам следует знать, что эти слухи дошли до президента. Он ответил, что хотел бы знать, какой сорт виски вы пьете, чтобы он смог купить немного для своих генералов. Так и сказал? Да, сэр. Передайте президенту, если он сделает выбор, я сражусь с Ли для него. Не обещаю легкой победы, но я буду сражаться. Ему будет приятно услышать это. Генерал Грант, если вы примете командование, то я хотел бы быть на поле боя, сэр. И я был бы счастлив служить с вами. Так же, как и я, полковник. Спасибо, сэр. Что в первый день января 1863 года все граждане, имеющие рабов в любом штате или в определенной части штата, будут считаться людьми, взбунтовавшимися против Соединенных Штатов. Все граждане объявляются навечно свободными. А правительство Соединенных Штатов, включая военные и гражданские власти, будет признавать и поддерживать свободу этих граждан. И далее я предписываю, чтобы в отношении людей, объявленных свободными, воздерживались от жестокости, кроме необходимой самозащиты. И я рекомендую им всем преданно трудиться за достойную плату. И в соответствии с этим актом, искренне верив в то, что это акт справедливости, гарантированной Конституцией в условиях военной необходимости, я молю о справедливом отношении человечества и милосердии Господа Всемогущего. Давно не виделись. Но, может, вам нужен ваш старый надсмотрщик в эти тяжелые времена? Поздравляю, миссис Мэйн. Я слышал, вы вышли замуж за генерала. Что вы сделали? Боже мой! Это Джим! Вы убили его! Я почти догнал его, но он попытался схватить мое ружье, когда я вел его к вам. Пришлось пристрелить его. Как вы могли? Он же мальчик. У пули свое понимание, мэм, и, возможно, то, что произошло, только к лучшему. Вас сюда не звали. Мой сын Ори не терпел вас. И мы тоже. Вы смените тон, мисс Клариса, когда поймете, сколько вы мне должны. Некоторые рабы начали убегать, как только узнали декларацию этого дьявола Линкольна. Пусть они видят, что еще происходит с беглыми на юге. Все, о чем я прошу, небольшую долю в этой плантации, и больше не будет побегов. Обещаю вам. Я смогу вышить больше из этих рабов. Вы что, не слышали, что сказала моя мать? Убирайтесь с нашей земли. О, мой бог. Джим, ты нет. Убийца! Нет! Убийца! Нет! Ты убийца! Нет! Нет, Семирамис, он убьет и тебя! Убирайтесь, пока я не взяла свое оружие! Вы встали на сторону наглой девки! Будь проклят! Семирамис! Еще год войны, и вы, Мэйны, не будете так высокомерны. Многое может измениться здесь. Джим был для Семирамис как младший брат.
Она так заботилась о нем. Другие рабовладельцы выражают только презрение к декларации мистера Линкольна. Они говорят, что у него нет здесь власти. Но если еще один Джим захочет получить свободу, мы не сможем остановить его. Нам необходимо, чтобы эта плантация существовала. Это все, что у нас есть. Не хочу снова видеть подобные ужасные вещи. Если они решат уйти, единственное, чем мы можем помочь им, это дать им паспорта и освободить. Бедный мальчик. Я никогда не забуду то, что случилось. Мама, я считаю, мы с Мадлен должны выразить соболезнования семье Джима. Молитесь за упокой его души. Мисс Брэд, мисс Мадлен, заходите, пожалуйста. Мы хотели выразить соболезнования семье Джима. Мы глубоко сожалеем, Лиза. Мы знаем, какой радостью он был для тебя. Если мы можем что-нибудь сделать, молитесь за него. Мы будем. Но вы должны знать, мы хотим, чтобы вы остались с нами. Вы нужны нам. Но если кто-нибудь хочет уйти, пожалуйста, приходите к нам и скажите, мы дадим вам паспорта. Мы не хотим, чтобы другой Салем Джонс сделал то, что он сделал с Джимом. Это все, что мы хотели сказать. Steal away to
Ты тоже думаешь об этом? Если бы у этих черных псаломщиков была такая же горячая кровь, как у меня, мы бы пошли и сделали этот большой дом нашим. Но они собираются продолжать. Да, Масса? Нет, Масса. До того дня, когда они будут лежать на столе. Так же, как этот глупый мальчишка. Он не был глупым. У него была мечта. Он был глупцом. Глупец выучивает несколько слов из Библии и думает, что может отправляться к свободе, вооруженной волей Господа. Вот единственная воля, которую уважает белый человек. Холодная сталь. Пойдешь со мной? Небольшая прогулка. Присоединимся к нашему сообществу в Хилтон-Хед. Я не пойду. Ты что, не поняла, что я сказал? Ты найдешь свободу, если пойдешь со мной. Оставь Кафе! Меня! Тебе нечего здесь делать. Лучше тебе убраться отсюда. Не уходи, Эзра. Тебя надо проучить. Нет! Ты не убьешь его! Кафи, я бы не пошла с тобой, даже если бы меня ожидал рай у следующего холма. Тогда оставайся. Мечтай об этом белом задире Чарльзе, который сражается за то, чтобы мы остались рабами. Здесь больше ничего не осталось для меня. Кроме платы за весь мой пот и кровь, которую мне задолжали. Я рада, что ты пришел, Эзра. Я видел, как он пошел за тобой. Не знаю, как я вернусь туда сегодня. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. Я понимаю тебя. Но знаешь, я хочу разделить эту новую жизнь с кем-то. Эзра. Ты была ближе к свободе, когда поехала в Вашингтон. Зачем ты вернулась? Мы получили известие о мисс Кларисе. А не то, что говорил Кафи. О твоих чувствах к мистеру Чарльзу. Я вернулась просто потому, что вернулась. Вот и все. И собираюсь остаться. Пока. Это правда. О мистере Чарльзе. Я не верил, что ты когда-нибудь сможешь подумать о белом человеке после Салема Джонса. Никогда больше не произноси при мне имя этого человека. А теперь я хочу остаться одна. Извини меня, Сэмми. Я только... Я не хочу, чтобы тебе причинили боль. Вот и все. Thank you.
Шенандоа-Вэлли, Вирджиния. Генералу Ли нужно накормить голодных солдат. Эти фермы Шенандоа, конечно, дадут свою долю. Я понимаю, почему они называют это житницей конфедерации. Майор Депрей, благодарю вас за доставку этих эшелонов с продовольствием вовремя. Это ваш план, генерал. Мы лишь выполняем его. Мне пора ехать, если я хочу добраться до Теннесси завтра до темноты. Спасибо за вашу преданность. Спасибо, сэр. Мы все ценим то, что вы делаете для нашей армии, генерал Мэйн. Счастливого пути! Господа! Осторожно! Янки! Позаботьтесь о раненых! Это были люди Хукера? Да, сэр. Они преследовали нас еще с Вирджинии. Я рад, что вы вернулись, генерал. Примерно через час наступит закат. Почему бы вам не остаться с нами? Мы так и поступим. Вы женаты, генерал? Да. Совсем недавно, в общем-то. Поздравляю. Спасибо. А где ваша жена? В Южной Каролине. А моя Бренда? В Теннесси. Около небольшого городка Шелдовиль. Я не встречался с ней почти 2 года. У меня маленькая дочка, которую я никогда не видел. Иногда я думаю, что и не увижу. Увидите, Джош. Мы вернемся. Я понимаю, все зависит от генерала Ли, не так ли? Вы считаете, что он действительно сможет войти в Пенсильванию? Он хочет отправиться на восток и отрезать Вашингтон. Нам нужна решающая победа на севере, или это знает. Проблема в том, что армия Хукера сдерживала его в Мэриленде, а теперь Хукер заменен Мидом, который гораздо лучший солдат. Похоже, Ли взялся за дело, которое как раз по нему. И мы все тоже. Сэр, вы сказали, что поедете через Теннесси. Не отправите эти письма для моей Бренды. Я написал 5. Но их очень трудно послать, сэр. Конечно. С удовольствием. Спасибо, генерал. Спите спокойно, сэр. И вы тоже. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Thank you.
чем дело? Мисс Брэд сказала, что мы можем уйти. Мы уходим, мистер Ори. Но это ваш дом. Нет, сэр. Он никогда не был нашим. Мне очень тяжело, мисс Кларисса, оставлять вас. Но вам хотя бы не придется кормить все эти рты. Но что ты будешь делать в Чарльстоне? Сейчас там полно работы, мэм. Все мужчины ушли в армию. Я смогу найти что-нибудь. Пока найдешь, тебе понадобятся деньги на еду детям. О, мисс Кларисса, у вас самой их не так уж много. У нас все будет в порядке. Спасибо, мэм. Храни тебя, Господь, Джозеф. Никогда не забуду Монт-Роял. До свидания. Береги себя. Я буду скучать. Прощайте, сэр. Ори! Ори, любовь моя! Мама! Ори, Фред. Сынок! Я знаю, что ты чувствуешь, Ори. Но почему? Мы не хотели держать их насильно теперь, когда многие просто убегают. Не верится даже Джозеф. Вечер довольно прохладный. Несколько дней назад я отправил письма семье одного майора. Он не имел от них вестей почти год. Эта война не то, что мы ожидали. Слишком многим пришлось пожертвовать. Мы все изменились. Я знаю, какой это был для тебя тяжелый день. Я был слеп, Мадлен, ожидая, что все останется по-старому. Вам всем пришлось пережить столько, что даже я не ожидал. Ты и Брэд работаете в поле. А мама? Под южной аристократичностью твоя мать очень сильная женщина. Весь ее мир рухнул практически за одну ночь. Этот ее взгляд... Ори, у нее есть право на небольшую грусть. Когда же это кончится? Ты самый добрый человек на свете. И самый сильный. А наша семья... выживет благодаря силе, которую мы даем друг другу. Не позволяй этому исчезнуть. Не позволяй.
Это мое самое дорогое воспоминание, мама. Твоя улыбка. О, Ори, я как раз думала о тебе. Каким очаровательным шалуном ты был в детстве. Все время на болоте охотясь за змеями с Джозефом. Пока твой отец не объяснил тебе, что сын, который унаследует лучшую плантацию в этих краях, должен вести себя как джентльмен. Монт-Роял. Таким я запомню его. Он прекрасен. Ты так делала, чтобы я уснул. Твоя улыбка всегда говорила: Ори Мэйн, тебе суждено быть моей гордостью и радостью, но если ты окажешься ничем, я все равно буду любить тебя. Мама, ты самая лучшая из всех. Мы должны задержать... 1 июля 1863 года. Геттисберг, Пенсильвания. Займите позиции лунами и сдерживайте продвижение их передовых стрелков. Взвод! Вольно, ребята. У вас есть кофе, лейтенант? Да, сэр. Джордж! Какого дьявола ты здесь делаешь? Черт, приятно видеть тебя. А мне тебя, братишка. Пойдем сядем к костру. Ну как, твои ребята, готовы? А что? Меня сегодня об этом спрашивал Линкольн. Завтра трудный день. А как семья? Все хорошо. Моя малышка собирается отметить еще один день рождения. Я слышал о твоем назначении в третий корпус. Да. Президент оказал содействие. И, наконец, я могу забыть о лоббистах в Конгрессе, о спекулянтах. Побыв здесь, возможно, ты решишь, что Вашингтон не так уж плох. Там мне было нелегко. Смотреть, как молодые ребята уходят умирать. Я бы хотел надеяться, что принесу большую помощь на поле боя. Мы скучали по тебе. Есть новости от Брэд? Билет. Очень сложно получать почту на севере. Не говоря уже о юге. Когда мы с Констанс разлучены... Джордж, я не видел Брэд 2 года. Никто не думал, что это продлится так долго. Я знаю, каково тебе. Ты должен держаться. Thank you.
Всем приготовиться! Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который заповедал щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Вперед! Вперед! Не отставать! Целься! Огонь по врагу! Обещай, что будешь осторожен, Билли. Я вернусь к тебе. Ли побежден. Генерал Мит может остановить его, не дав перейти Потамак. Ли найдет способ продолжить эту войну. Он залижет свои раны и вернется через пару месяцев. Руди, я могу никогда больше не увидеть Брэд. Прежде чем я умру, я должен знать, что с ней. Ты же не думаешь, Я не думаю. Я решил. Билли, это дезертирство. Самовольная отлучка. К следующему бою я вернусь. Скажи об этом Тому. Удачи. Снова ушел. Генерал Мит считает, что его армия победила, сэр. Он получил подкрепление на следующий день, а Ли не получил ничего. Проливные дожди сделали сложным для генерала. И для Ли тоже. Он был спиной к Потамаку. Он оказался в ловушке и не мог повернуть свою армию обратно в Вирджинию. Мы снова упустили. Нам стоило сжать руки, и они были бы нашими. Но ничего. Ничего, что я мог сказать или сделать, не могло заставить генерала Мида двигаться. Это, Господи, все, что я хотел услышать от нашей армии на Потамаке. Победа при Геттисберге кажется такой бесплодной сейчас.
Бог знает. Я никогда не хотел этой войны. Но теперь, услышав дробь барабана, я не могу призывать к отступлению. Мы должны вынести испытание огнем. Должны идти вперед. Не двигайся. Оставайся на месте, сынок. Мне бы не хотелось выбить тебе мозги. А теперь давай сюда оружие. Давай, парень. Или ты покойник? Ты забрался довольно далеко на юг для Янки, а? Может, ты устал от армии, как я? Хотя мне, конечно, повезло, что я наткнулся на тебя. Я просил у Господа лошадь и новые сапоги. И посмотри, он обеспечил это. А теперь будь хорошим мальчиком и сними эти сапоги спокойно и не торопясь. И может, я не убью тебя. Почти новый, верно? Рядовой Реймонд. Двадцать третий пехотный из Южной Каролины. Сейчас присядем. О, да. И стакан воды. Да. О, мама, тебе не нужно это делать. Займись своим вышиванием. Мама, что случилось? Если вы работаете в поле, то я могу работать в доме. И со временем Мадлен понадобится эта сорочка в ее положении. Я знаю, но ты делаешь больше, чем должна. Я еще не старуха! И могу помогать вам. Мама, никто не... Не надо. Я знаю, как вы смотрите на меня. Мама, если ты имеешь в виду тот день... Каждый день. Как будто я фарфор, который надо уберечь от войны. Это графство понесло тяжелые потери в Геттисберге. Некоторые из тех мальчиков были нашими друзьями. А вы мне ничего не сказали. Вам столько пришлось пережить. Мы не хотели огорчать вас. У меня есть право знать. Если что-нибудь случится с Ори, Чарльзом и Билли, я хочу знать. И чтобы вы, девочки, приходили ко мне со своими проблемами.
Мое вышивание не означает, что я думаю только о прошлом. Мама, прости меня. Это были чудесные годы, девочка, когда вы росли. От всего сердца хочу, чтобы так было снова. Но теперь я знаю, что времена эти ушли навсегда. Навсегда. Они могут забрать нашу еду, разграбить наши амбары. Все наши люди могут уйти. Вы, девочки, можете уехать и жить своей жизнью. Но никто, никто не может отобрать мои воспоминания. Работала все утро, чтобы собрать это. А еды едва хватит на обед. Ты не можешь заставить пойти дождь. Если бы посадить зерна около реки... Но созревание длится определенное время, и мы бессильны что-либо... Если посадить близко к берегу реки, мы могли бы придумать какой-нибудь способ, чтобы доставлять туда воду и дать им возможность подрасти. Хорошая мысль, надо попробовать. А теперь пора идти на хлопковое поле. Нет, тебе хватит на сегодня. Мисс Мадлен не должна сегодня больше работать. Я хорошо себя чувствую, ребенок появится еще не скоро. Я могу работать. Я согласна с Семирамис. В мои времена дама отдыхала большую часть времени, капризничая. Мама, я всегда могу. О, я знаю. Мое время ушло. Но это не мешает радоваться тому, что появится новое поколение в Монт-Роял. Не думала, что люди еще могут позволить себе такие кареты. Здравствуй, мама. Эштон. Наконец-то. Я так скучала по всем вам и просто должна была приехать. Привет, Брэд. Я слышала, что ты вернулась. Эштон? Здравствуй, Мадлен. Здравствуй, Эштон. Мама, я привезла тебе подарки. Немного настоящего кофе и самый большой окорок, который есть на свете. А, Брэд, я привезла ткань для нового платья. Похоже, это кстати. В самом деле, все здесь выглядит довольно жалко. Мы вернемся с поля до заката, мама. С поля? О чем ты говоришь? Мы смогли посадить 2 акра хлопка в этом году. Его надо пропалывать. Но почему вы должны делать это? У нас же есть рабы. Нет, их нет. Они услышали о декларации Линкольна и ушли. Теперь мы работаем. Идем, мама, я покажу подарки. Говорят, Линкольн принимает черномазых в свою армию. Джеймс считает позором быть раненым или убитым одним из них. Откуда Джеймс знает? Он не воюет. Семирамис, возьми еще моего восхитительного окорока. Нет, спасибо, мама. Нет ли хороших новостей из Ричмонда? Боюсь, нет, мама. Все говорят, что надо отомстить за Геттисберг и вернуть Виксбург. Говорят, мы убьем 10 янки за каждого нашего. Мама, если вы уже закончили, я уберу со стола. Спасибо, брат. Я устала. Отдохну и увижусь с вами позднее в гостиной. Позволь мне помочь тебе, Семирамис. Я могу сама это сделать, мисс Эштон. Ты
слишком много работаешь. Я делаю то, что необходимо. У нас есть свои различия, но у нас есть и одно общее. Мы обе заботимся об этой семье. О чем вы? Тебе нравится мисс Мадлен, не так ли? Она добрая. Тогда ты, может быть, ответишь мне на несколько вопросов. Кто там? Мадлен. Эштон, я должна поговорить с тобой. О, Мадлен, я тоже хотела поговорить с тобой. Как ты могла так поступить с Семирамис? О чем-то я была сладкой, как сахар с этой черномазой. Она расстроена из-за твоего вынюхивания обо мне. Все, что я хотела, это спросить ее, о чем говорили рабы до того, как они ушли. Я знаю, что их тайная почта уже собрала слухи и сплетни, которые распространяют белые. Что ты хочешь сказать, Эштон? Мне рассказал об этом один человек в Ричмонде. Естественно, я хотела узнать, дошла ли уже эта история до Чарлстона. Какая история? У меня довольно неприятные новости, Мадлен. Я знаю, что твоя мать была наполовину негритянка. Ты рассказала Ори, и он пообещал, что наша семья будет за тебя. Все, что происходит между Ори и мной, не твое дело, Эштон. Но что будет, если он узнает всю правду? Возможно, даже ты не знаешь всей правды. Твоя мать продавала себя мужчинам за деньги. Это ложь. У этого ужасного человека есть ее портрет, который очень похож на тебя. Он висел в публичном доме в Новом Орлеане, где твоя мать... Ты понимаешь, конечно, до того, как... Я больше не хочу слушать. Я не виню тебя, Мадлен. Я сама была шокирована, узнав, кем была твоя мать. Перестань, Эштон. Эта война уже причинила достаточно боли маме. Я думаю, семейный скандал убьет ее. Эштон! Я люблю твою мать. Я люблю эту семью. Если бы я подумала... Мадлен, рано или поздно... Это обязательно всплывет. Я знаю, вы с Ори хотели ребенка. Но ты никогда не задумывалась о том, что может произойти со всеми нами, если этот ребенок окажется другим. Ты больше не будешь женой Ори. И у твоего ребенка не будет будущего в этой семье, Мадлен. Ты очень сильно ненавидишь меня, Эштон. Да, я ненавижу тебя, Мадлен. Элкан был прав. Он прекрасно знает, как следует поступать с такими. Любовь моя, самое дорогое, что у меня есть, это ты. А самое трудное — сказать прощай. Мы больше не можем быть вместе. Пожалуйста, прости меня, мой дорогой Ори. Я люблю тебя, Мадлен. Вы использовали меня. Ха, не имея ни малейшего представления, о чем ты говоришь. Из-за вас уехала мисс Мадлен.
Советую тебе не повторять этого нелепого обвинения, или у тебя будут большие неприятности. О, Мадлен оставила письмо для Ори. Пожалуйста, проследи, чтобы он получил его. Вы открывали? Я подумала, мы узнаем, куда она уехала. Я так беспокоилась о бедняжке. Вы не беспокоитесь ни о ком, кроме себя. С детства я видела, как вы обращаетесь с людьми, как будто они даже не люди, а просто собственность для того, чтобы служить каждому вашему желанию. Мистер Линкольн может подписывать любую декларацию, какую хочет, но для меня ты всегда будешь рабой. Так что следи за своим языком. Черная или белая, я плевала на вашу доброту. Просто мне жаль вашу семью. Когда-нибудь вы заплатите за все. Когда-нибудь вы поймете, что значит быть одинокой. Убирайся. Сейчас я тебе покажу, Сэмми. У тебя получилось, Эзра, получилось! Надо сказать, мисс Брэд. Колесо поднимает воду наверх, опрокидывает ее в желоб, который идет вниз. Теперь я вижу, как это умно. Теперь только нужно немного жира, чтобы защитить желоб от воды. И побеги выживут. Мы победим это солнце благодаря тебе. Ты будешь хорошим фермером. Ты так много знаешь. О, скоро стемнеет. Я расскажу им о твоем водяном колесе. Сэмми! Я только хотел сказать... Я знаю, какую боль причинил тебе Салем Джонс. Я говорила тебе, больше никогда не произносить его имени. В твоей душе дьявол, который причиняет тебе столько боли, Сэмми. Тебе надо избавиться от него. Не надо, Сэмми. Поговори со мной. Пожалуйста. Иногда я просыпаюсь ночью, думаю, что он здесь. То, что он со мной сделал, не могу даже... Успокойся. Джонс научил меня страху. Я не смогу больше полюбить. Сэмми. Эзра, ты самый добрый человек. Но я знаю, что никогда не смогу полюбить. Прости. Сэмми, Эзра. К тому дереву. Это Билли. Мистер Билли? Эзра! Рад вас видеть. Вы сменили форму.
Эта форма хорошо послужила. Билли. Давно не виделись, Семирамис? Мисс Брэд будет так счастлива увидеть вас. Но надо быть осторожным. Мисс Эштон в доме, а внизу у дороги лагерь конфедератов. Она очень дружна с полковником. Я не встречусь с семьей. Но Эштон не может помешать мне увидеться с женой. После ада, который я прошел... Пойдемте, мы спрячем вас. Но у нее не было причины. Должно быть, что-то случилось. Почему Мадлен не пришла к нам? Неважно, в чем дело, она знает, как мы к ней относимся. Если бы она беспокоилась о тебе, мама, она бы никогда Эштон. Не уехала. Они были так счастливы вместе. Многие уже потеряли своих любимых. Престон Уэйн был лучшим другом Тилли, а теперь их обоих нет. Сын Пресса пропал без вести. Где это случилось? В Виксбурге, мама. Из-за этих ужасных сражений я забыла. Это нелепо, мама. Тебе не следует жить в таких гнетущих условиях, где все постоянно напоминает о том, что ты потеряла. Мы с Джеймсом были бы счастливы, если бы ты переехала в Ричмонд. Эштон, спасибо, но... Ты будешь с людьми, которые должным образом позаботятся о тебе. У нас прекрасный дом, и ты будешь отлично жить в нем, пока не кончится война. Но я не могу. Скажи ей, Брэд, ты же понимаешь, что это будет лучше для нее. Эштон права, мама. Конечно, ты заслуживаешь лучшего. Мы можем упаковать твои вещи и отправиться к концу недели. Я еще не так стара, чтобы мои дочери указывали, где мне жить. Мама, пожалуйста. Я знаю, вы хотите как лучше, но это мой дом. Именно сюда привел меня ваш отец с невестой. Все мои дети родились в комнате наверху. Это не просто воспоминание. Я бы не смогла уехать. Этот дом – моя жизнь. О, извините, мэм, что так врываюсь. Но я подумала, что вы захотите узнать... В чем дело, Семирамис? Водяное колесо Эзры. Оно работает! Оно работает! Это прекрасно! Оно работает! Замечательно! Брэд, мы можем начать новый участок рано утром. Да, но хорошо. Надо, чтобы ты дала мне семена. Я только на минутку, мама. Семена? Мама, я бы хотела, чтобы ты согласилась. Трудно поверить, что совсем рядом война. Когда я была маленькой девочкой, я любила приходить сюда и просто сидеть на пристани. Здесь так красиво. Но как бы я ни любила Монт-Роял, чего-то всегда не хватало. Билли, не возвращайся. Том не поймет меня, если я не вернусь. Он барабанщик, еще ребенок, а умен как сержант. В нем что-то есть, отличный парень. Из тебя выйдет хороший отец когда-нибудь. Thank you.
Билли? Я больше ничего не понимаю. Говорили, это будет честь и слава. Но во время боя, находясь в самом центре ада, я вдруг увидел Чарльза. Это было как во сне. Потом он исчез. Должен ли я был убить его? Кто был врагом? Я до сих пор не знаю ответа. Я люблю тебя. Я не хочу возвращаться, Брэд. Но я должен. После последней битвы обе армии зализывают раны. Я должен вернуться до следующей битвы. Ты не уедешь, Билли Хазард, без чего-то лучшего, чем армейские сухари на дорогу. Лейтенант Хазард. Кому я обращаюсь? К дезертиру Союза или конфедерату? В любом случае, ты будешь убит. Разве не так избавляются от армейских отбросов? Эштон. Каждая из сторон захочет казнить тебя. Это будет весело. Может быть, нам заключить мир? Лагерь конфедератов внизу у дороги. Уверена, полковник Рэндольф и его милиция получат удовольствие, наказав дезертира. Эштон! Слезай с лошади! Прочь с дороги, Брэд! Слезай с лошади! Иди туда. Теперь уезжай. Возьми. Я люблю тебя, Брэд Хазард. Помни это. Убери это от моего лица. Ты жалкая, порочная женщина, Эштон. Я знаю, ты хотела убить Билли, потому что не смогла получить его. Ха, не будь смешной. Ты больше не причинишь вреда моему мужу. Ты останешься здесь, пока Билли не будет далеко. Желаю тебе спокойной дороги, Эштон. Загляни в лагерь конфедератов и очаруй полковника. Может, он даст эскорт на север. Надеюсь, моя маленькая сестренка, что увижу тебя не скоро.
Полевой госпиталь Союза, Северная Вирджиния. Эти люди провели в повозках всю ночь. Доктор, их нельзя было оставлять без ухода. Нет, с ранениями конечностей в хирургическую палатку. В первую очередь ампутации. Слишком много уксуса. Пропорции очень важны для лечебного эффекта. И в следующий раз делайте так, как я вам говорю. Вернитесь сюда! Миссис Грейди. Я требую уволить этого человека. Он уже не в первый раз не подчиняется мне. Возможно, из-за вашего обращения с ним нам приходится нанимать разных людей. Я предупрежу его. Он давал бы людям помои, если бы мог. Избавьтесь от него. Хочу напомнить вам, что я начальница, и такие решения в моей компетенции. Я только хочу обеспечить лучший уход за нашими ранеными. И за солдатами и южанами. О чем вы? Я ценю вашу преданность, миссис Грейди. Но иногда она кажется односторонней. Миссис Нил. Но пришла поговорить с вами не об этом. Доктор Кроуфорд, он считает, что вы не оказываете ему должного уважения. Я бы оказывала ему должное уважение, если бы он оказывал такое же своим пациентам. Он обращается с ними, как с животными на бойне, и крадет виски, нужные для облегчения боли, когда у нас нет морфия. Нам крайне не хватает хирургов. И в этих условиях он убивает больше, чем спасает. Я не хочу, чтобы о вашем неподчинении было доложено мисс Дикс. Вы хорошая сестра, миссис Грейди. У вас пациенты на первом месте, и это прекрасно. Но вы должны следить за своими манерами. Наше положение здесь достаточно трудное. Я говорю это для вашего блага. Я ценю ваш совет, миссис Нил. И все же, как администратор, вы не всегда знаете, как поступать в крайних случаях. Вы даже не слышали того, что я сказала. Но будет по-моему. Вернитесь к своим пациентам. И не давайте морфий снова, пока доктор ясно не прикажет вам. Миссис Нил, можете не волноваться о недостатке морфии. Еще один груз прибыл утром. Благодаря щедрости моего друга, конгрессмена Грина. Чарльстон, Южная Каролина. Адвокат. Прошло так много времени, Мадлен, но вы так же очаровательны. Благодарю, мистер Колберт. А, вы называли меня дядя Майлз, когда были маленькой девочкой. Вот, я помню ту улыбку. Я слышал, вы снова вышли замуж. Сожалею, что не смог быть на вашей свадьбе. Я ушла от своего мужа. О, я сожалею. Я живу в небольшом пансионе около церкви Святого Майкла. Но ваш дом не открывался с тех пор, как умер ваш отец. Вы могли бы жить там. Нет. По личным причинам. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, где я. Я понимаю. Мне надо поговорить с вами о состоянии отца. Я знаю, он не был богатым человеком, когда умер.
Боюсь, неудачные капиталовложения. Конечно, есть деньги вашего покойного мужа. Я не хочу ничего, что принадлежало Джастину. Но состояние вашего отца хватит, чтобы обеспечить вас небольшим доходом. Я все организую. Спасибо, дядя Майлз. Но есть еще одно. Когда пройдет время, мой муж может развестись со мной. Из-за нарушения долга. Это его право. Но вы должны дать мне слово, что никогда не скажете никому, что я здесь, в Чарльстоне. Обещайте мне. Вы моя клиентка, Мадлен. Конечно, любая информация конфиденциальна, но я бы хотел, чтобы вы изменили решение. Понимаете, если это настоящая любовь... Это невозможно. Я никогда не смогу вернуться к нему.